И вот Татьянин грот. Наверное. Я точно не был здесь ни разу. Сейчас посмотрим. Тут стоянка. Полянка. Дерева. И пещера. Должна быть какая-то. Типа грота. А ну, мы пришли в Татьянин грот. Ого, какой большой рот. Ого, ледяные столбы. Красота. Я вижу, вижу, вижу. Сосульки и ледышки. И звукоакустика крутая. Рюкзак бросили. Заходим в грот. Здесь снег живет и лед живет. И мы заходим с вами в грот. Ух ты, блин, как красиво. Эту красоту. Увидеть эту красоту. О, люди, люди. Сталактиты, сталагниты. Ледяные сталагниты и сосульковые сталактиты. О, а там настоящий сталагнит, сталактит. Он вместе срастился, пещерный. Круто. Как тебе? Красота. О, настоящие. Вот. Это ледяные сталагниты, да. Вот так. Он затемняет немножко. Да, да, да. Кайф, кайф. Кайф. А вот настоящие, да, о, и здесь череп, череп какого-то животного. Лисички. Собачки. Это вуду кости. Кто-то тут ритуалы проводит. Вместе с настоящими сталактитами живут ледяные сталактиты. Блин, она большая. Я думал, она это. А тут она пещерище такое. Класс. Какая красота. Осторожно. Можно поехать. Задним приводом. Так просто. А вот сюда под этим. А, туда, да. Туда надо кошки одевать. О, смотрите, какие здесь магниты, сталактиты. Капель стоит, классно. О, тут вообще супер. Надо. А фонарик у тебя с собой? Не, Володь. Фонарик нужен. Кайф, красота. Ну, скажем так, здесь настоящая пещера. А, она не вглубь идет до конца, но серьезная. Надо с фонариком снимать. Все, вы увидели столбы, теперь я буду фото делать.